Привет! Давай всех накормим. Пора всех накормить. Насыпь муку. Налей молоко. Так держать. Добавь яйца. Молодец. Положи яблоко. Давай замешаем тесто. Вводи ложку. У нас получилось отличное тесто. Давай поставим тесто в духовку. Теперь нужно подождать. Ура! Торт готов! Давай его украсим. Какая красота! Какая красота! Молодец! Твой торт самый красивый! Миу-миу-миу-миу! Давай помоем тарелки. Намочи ее водой. А теперь давай ее намылим. Теперь надо протереть тарелку губкой. Осталось протереть ее полотенцем. Идеальная чистота. Ты, как всегда, отлично справился. Миу, 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 миу. Ура! Можно приготовить кашу с новыми продуктами. Привет! Давай начнем готовить. Ну что, давай готовить? Насыпь муку. Налей молоко. Теперь добавь бананы. Добавь яйца. Давай замешаем тесто. Вводи ложкой, чтобы перемешивать. У нас получилось отличное тесто. Давай поставим тесто в духовку. Теперь нужно подождать. Ура! Печенье готово! Давай его украсим. Какая красота! Какая красота! Какая красота! Молодец! Твое печенье самое красивое! Давай помоем тарелку. Намочи ее водой. А теперь давай ее намылим. Теперь надо протереть тарелку губкой. Осталось протереть ее полотенцем. Умница! Тарелка такая чистая, что я вижу в ней свое отражение. Миу, 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 миу. Ну что, давай готовить? Насыпь муку. Налей молоко. Молодец. Положи шоколад. Так держать. Положи бананы.
давай замешаем тесто. Води ложкой, чтобы перемешивать. У нас получилось отличное тесто. Давай поставим тесто в духовку. Теперь нужно подождать. Ура! Торт готов! Давай его украсим. Какая красота! Какая красота! Молодец! Твой торт самый красивый! Миу-миу-миу-миу! Давай помоем тарелки. Намочи ее водой. А теперь давай ее намылим. Теперь надо протереть тарелку губкой. Осталось протереть ее полотенцем. Идеальная чистота. Ты, как всегда, отлично справился. Миу-миу-миу-миу! Ура! Накорми героя новой кашей. Давай приготовим кашу. Насыпь кашу. Так держать. Налей молоко. Молодец. Теперь давай соленые огурцы. Так держать. Положи морковь. Давай перемешаем кашу. Води ложкой. Ты замечательный повар. А теперь пришло время украсить кашу. Какая красота! Теперь каша будет намного вкуснее. А ты знаешь, как сделать кашу красивой. Твоя каша самая красивая. Миу-миу-миу-миу! Давай помоем тарелку. Намочи ее водой. А теперь давай ее намылим. Перемести мыло к тарелке. Теперь надо протереть тарелку губкой. Осталось протереть ее полотенцем. Идеальная чистота. Ты, как всегда, отлично справился.